Няма, на жаль, в краіне гэтага правасуддзя, і пры гэтай уладзе яго і не будзе. І гэта нават мне не сябе шкада, шкада людзей, якія сёння, якія асуджані за што, якія сядзяць ні за што, гэтых малалетніх, прымусы, гэта забарон, яны нічога не дадуць, таму што калі гэта незразумела ўлада сёння, то ўжо позна разумець. Мене жонка не паліць, ніхто не паліць в сям'і. И не перед ними не емко, а лишь вывести не мог. Это будет порушение, великое порушение. Первые месяцы вот по той дорожце ходили эти хлопцы и довольно думали, что я выйду ранее, чем мне потребно. Я уже запрошал, чего хлопцы зайдите на горбату, что выходите, уже холодно в этом плане. Но менялись про годину-две, ну а потом перестали ходить. Ну а так первые месяцы ходили. Бедолаги. Когда ты не можешь зайти до амбассадоров, до сябров, хай не приходят за меня. Мне нельга выходить, мне нават нельга сходить до соседа в выходный. На так само не могу зайти, и на супрать так само я зайти не заборонено. У соседа нават, когда он покличет и будет некая проблема, заборонено. Придусь, а я у соседа, это будет порушение. Нават припьем горбату разом. В неделю? В субботу, в неделю, в выходные дни я не могу выйти с хаты, только могу с 7-го поверха спуститься на 1-й поверх, там, где есть эти почтовые скрини, поглядеть свою скриню и подняться назад. Вот это шлях воли в выходные дни для тех, кто отбывает домашнюю химию. Кто-то и выписал, и мне приходит каждую субботу эта газета. Ранее, когда это было, то вот в этой годы только, когда вот посадили, кто это сделал, чтобы мне, может, веселее было читать нечто в этом плане. Ну, дякую, кто это сделал, ну, безумовно, я вот публично говорю, дякую этому человеку. Это моя внучка, это я ей малевала, и она, все, пойду, потом покажу, где она еще нечто делала. Я уже 10 годов, я уже 1,54 м. Даже высокая у меня. А, это спальня, то есть ничего. Это малюнки, это налепки некие, не видаю, это. А это уже фарбой пробило. Ну, это на день народин. Она линчевала, это, ну, шановный подарунок, я вот треба беречь. Говорит, ну ты ж не в турме. Так, не в турме. А лишь выходные, это своего рода турма. И чекаешь, худшей бы вечер. Хоча бы понеделок, чтобы выйти на працу. И когда ты выходишь с ранку на працу, я ранее встаю, выхожу, вот ты отчуваешь, что ты вот зараз как раз на воле. Патрульные эти службовцы, хлопцы молодые, они приходят частей. Ну а в святочные дни приходят офицеры. Они повинны прийти, поглядеть, мне в двор. Я не ж протокол повинен означить, какие часы они были, был те на месте, ці был я в тревозном стане, ці я хворый, ці не хворый. Мусишь неким чином подпорядковываться вот этой инструкциям, что ты повинен робить, что ты не повинен робить. И скажу щиро, я вот так вот думаю, сколько я вытримаю еще вот в этом режиме. Я не думал, что это меня неким чином сгорни, что ты был старшиня, а зараз не старшиня. Люди приходят и говорят, Геннадий Федорович, ты был лидером, ты им застався, а лидер это не посада. Ну, а что далее, зараз говорить про некую там амнистию, я на это не думаю. Потому что я уверен, что мое прозвище под амнистию никаким чином не подходит. Тут продаются только некие пирожные, торты, кава, горбата. Сюда я могу зайти попить каву. А вот рядом, там, где можно еще пообедать,
Я туда и зайти не могу. А чему? Зараз зайдем, побачу. Мне нельзя заходить в те, ну, в те помешкания, где сегодня разливают спиртные напои. Пусть таким чином это называется домашняя химия. Ходи и поглядай. Ни в театр, ни на концерт я никуда жонки не могу сходить, потому что там так само есть буфеты. И можно еще сказать, что ты пришел в буфет, и там не воду пил ти сок, а пил некое пиво, некое вино. Это что можно придумать? Как придумали эту справу, так можно придумать и дальше. Можно зайти в парикмахерскую, можно зайти до врача, в аптеку. А еще, если отключить горячую воду, то есть у лазню сходить, это уже проблема. Потому что там у лазни разливают, кроме воды, разливают пиво. А это уже алкогольный напой. И тому придется писать заяву, отпустите мне помыться у лазни, потому что нема горячей воды. Навод выйти попалить, выходишь на балкон и можешь только назирать зараз шмат, как летают стрижи. И ранее это ты николи навод не звертал увагу. Ну, если летают некие птушки, бог зиме, хай летают. Раньше звертал увагу, это кленыцы, там некие иншицы. Верба, зараз видно, где все растет. Часу хапаю поглядеть на все это. Любая влада повинна ведать, что большинство далеко не за все отбывая права. И тому треба, как рухаться наперед, треба слухать меньшесть, конструктивную критику и разом идти далее. Робить выгляд, что ничего не было, а все это законно, ну, на во что жить тогда, коли с этим погодиться. Нема сенсу ніякого. За порог мне выходить нельзя. Всего наилучшего. До встречи в будние дни.